И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Жека, и сегодня, ребята, я вместе с Игорем буду проходить, точнее, продолжать проходить карту под названием Elevation Acceleration. Да, ребята, всем привет. И, собственно, ребят, под предыдущим роликом, это прохождение этой карты, мы сказали, что если мы наберем много лайков, то будет вторая часть, и да, ребята, вот она, вторая часть. Да, в общем-то, на первой части мы набрали много лайков. Кто не видел первую часть, вы можете буквально сколько, неделю назад ролик был, промотать и посмотреть первую часть, она достаточно была интересная. Мы практически даже не тупили, понимаешь? Да, и, кстати, если вы не смотрели предыдущую часть, то вы вряд ли поймете, что мы будем тут делать, поэтому, ребят, посмотрите обязательно. Ну, а мы, собственно, продолжаем проходить, и я абсолютно забыл, что нам тут нужно делать, Игорь. Короче, здесь какие-то деревья начали вырастать, когда ты нажимаешь на кнопку. Вот смотри, да, я нажимаю на кнопку, например, на эту, да, то есть она чисто находится. Находится противоположно вот тому блоку, который у тебя стоит. Смотри, вот, Игорь, я нажимаю, и у тебя появляется здесь дерево, а тут убирается. Я понимаю, слышишь, у меня здесь есть блок, короче, но он немножко закрыт, его надо как-то открыть. Есть у тебя еще какие-нибудь кнопки? Смотри, у меня есть нажимная плита, она, вот, допустим, я ставлю дерево, да? А что, стоп, почему она в каком-то рандомном месте поставилась? Вот смотри, я поставил дерево, я нажимаю на кнопку, и дерево убирается. Это, конечно, я не знаю, зачем это. Есть какие-нибудь синие блоки, не знаю, что-нибудь такое. Слышишь, а вырастет вот это первое дерево, хочу посмотреть. Первое дерево, давай. Это не первое. Это не да? То. Подожди, а как оно? У меня это последняя кнопка. Ну подожди, а если это. Не, подожди, походу, вот эти деревья, они не вырастают. Крайние деревья, походу, не вырастают все-таки. А нет, выросло. Вон оно, крайнее. Подожди, оно как-то рандомно работает. Смотри, подожди, походу, вот это крайнее будет. Да! Я вспомнил, я понял порядок. Все правильно, да? Ну, как бы подожди, вот и что дальше. Ты можешь перепрыгнуть, да? Угу. Знаешь, в чем проблема? Может... Я, кстати, ломать его не могу, да? Да. Получается, здесь есть блок, значит, а здесь топает другой блок. Вот сам посмотри, на. Вот так. А, так вот здесь есть. Ага. Ага. Я понял, в чем прикол. Смотри, Игорь, ты мне, ты быстренько делаешь следующее дерево, вырастаешь, я на него перепрыгиваю. Прикол? Прикол. Прикол, хорошо. Только нужно, давай на счет три как-нибудь. Давай, нажимай, готов. Раз, два, три, погнали! О, вот, короче, я тебе должен объяснить. Вот эта кнопка, которую ты нажимаешь, вот смотри, которую ты нажимаешь, она активирует вот то дерево. Я вот понял. Это активирует самое первое. Вот нажми сейчас на второе. Вот, давай еще все нажмем. Так, это первое. Второе какое? Второе это по центру, по идее. Нет, это третье. А первое? А может первое самое? Да-да-да. Первое самое. Ну, короче, там запомни, попытайся. Блин, муха, это сложно. О! А! Так, тихо. Ну давай, вырасти еще раз. Кстати, опять пропало. Вот, все, выросло дерево. А ты тоже на нажимную плиту нажимаешь, там, знаете, нажимная плита, она очищает. А, я понял, все. Так, ну что, давай, раз, два, три. Отлично. Все получается пока что. Третье дерево, я забыл. Так, третье. По-моему, самая первая кнопка. А, по-моему, центр, не? По-моему, самая первая. Ну, давай попробуем, давай попробуем. Раз, два, три. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А ты все равно. Где дерево выросло? Подожди, я не понимаю. А что, оно сломалось, что ли? Может, ты типа вначале должен это убрать, а потом то вырастить? Подожди. А вот она третья, по центру все-таки, Евгений, вы были правы. Ну ладно, давай заново тогда получается. А, так, я подожди, а второе дерево где? А, ты же убрал-то, зачем ты убрал? Сейчас, подожди, я узнаю, где. Так, окей. А, все, я узнал, где второе дерево. Сейчас, это не первое. Вот первое дерево, давай. Так, сейчас, погоди. Блин, как же это тяжело все-таки. Так, окей, давай, я готов. Будем вырезать, потому что сейчас будем тупить неимоверно просто. Давай, раз, два, три. А, ну да. Давай. Раз, два, три. Пацан. Да, ты чего ты убрал-то? Кнопочка-то. Жесть, просто. А можно сломать нажимную плиту? Она мне мешает. Да не, мне кажется, это пригодится. Не просто так поставить. Давай. Раз, два, три. Так, готово, далее. Вспоминаем, Евгений. Посередине это, я помню. А, посередине. Раз, два, три. Отлично. Так, я боюсь. Так, четвертое было, подожди, по-моему, самое последнее. Да, сейчас самое последнее. Раз, два, три. Да, и последнее. А последняя какая? Вторая, да? Да, по-моему. Раз. Или первая? Вторая. Раз, два, три. Да! Так, сейчас главное не грохнуться. Так, я не грохнулся. И теперь я нажимаю на заветную кнопочку, и теперь мне, по идее, открывается там проход. Да, проход открылся теперь. Да, то есть я теперь валю отсюда, сейчас, погоди. Прям сам должен, или может по времени быть еще, кстати. Да, блин, если по времени, то это вообще жопа какая-то. Так, окей, я залез наверх, тут у нас какая-то жопа. Ага, я могу к тебе перелезть, смотри, перелезать? А смысл? Подожди, а там он что-то есть, табличка какая-то или что? А может ты, смотри, давай, короче, может сва... А, не, подожди. Мне кажется, раз...
дают мне целесть, почему бы нет? А залезу. Ну давай. Ну, ладно. И тут есть табличка. Leap of Faith. По идее, мне нужно просто спрыгнуть. Игорь, ты готов? Мы можем сейчас зафейлить. Давай, я тебя словлю, братан. А, прикинь, смотри, тут есть невидимые блоки. Я вот... Я не понимаю, почему я иду, но... Я иду. Я буду на шифте идти на всякий случай. Да. Мне страшно, если честно. То есть я должен добраться до сундука, да? А слышишь, а там же тоже был проход, или он не открытый был просто? Какой проход? Видишь, там тоже дырка есть. Ты мог сразу туда перелезть, походу, сюда. Слушай, да, а подожди, а как... Не-не-не, тут два блока, я бы не смог допрыгнуть. А, я понял. Так, смотри, теперь тут есть рычаг. Рычаг у нас... А, это чтобы я обратно вернулся. Прикол. Теперь смотри, короче, я понял, в чем прикол. Теперь мы опять допрыгиваем по деревьям, только вот допрыгиваем вот до этого места, по идее. И запрыгиваешь туда, я понял, да. Ну, я не уверен, что я допрыгну, блин, там вообще жопа какая-то. Ну, давай попробуем. Так, первое дерево, второе дерево, сейчас помню, где. Второе дерево. Ой, могу, кстати, сразу на него, наверное, прыгнуть. Сюда допрыгну? Нет, не допрыгну. Ну, ладно, давай по старинке. Давай, по старинке, да. Раз, два, три. Угу. Готово, так, далее, третье дерево у нас, да, где было? Это по центру. Раз, два, три. Все, теперь, я могу допрыгнуть. Хоть... Все, изи. Не так уж, в принципе, тяжело. Замечательно. Тяжело запомнить было с этими деревьями. Да. С деревьями, конечно, вообще была лажа, но мы справились. Мы справились, дорогие друзья. За это стоит поставить лайк. А это был вроде... А, нет, не был. У меня сразу рычаг, прикинь. Вот это хардкор, слышишь? У меня тут, кстати, какие-то кнопки, таблички. А у меня все закрыто. Все закрыто. Я не могу ничего делать, я закрыт. Но у меня есть рычаг. Слышь, а ну позыбай, я посмотри, что ты поймешь. Так, может, так, смотри, фронт, что это такое? А ну, понажимай кнопочки, у тебя есть здесь блоки, кстати. Я нажимаю на кнопки, и у меня пропадают другие кнопки. Ох ты. Кстати, тут этот, стена вот эта расширяется. Ты что-то нажал, она, короче, пропала, появилась. А, подожди, ты сейчас внимательно смотри, нажимаю на фронт. Что-то меняется что-нибудь? Вот, она типа ближе стала. О, все, я понял, я уже видишь, я закрыл. А! Ты что делаешь? Я умер, там появились какие-то блоки, я умер. Где? Там, в этой хрени. Короче, смотри, давай я тебе нажимаю. Нажми на фронт, фронт. Ну, там прям прямо, да. О, отлично, я пробегаю дальше. Ага, ты меня закрыл, отлично, можешь дальше нажимать. Так, опять, а куда ты нажимал опять? Не помню. Поджимай на все, что можно. Вот left. Left не... Кнопка пропала. А фронт можешь еще раз нажать? Нажал. Это мне открыло обратно проход. Так, скажи, подожди, я понял. Давай нажмем right. Открыл. Понял? Так самое главное не становиться туда просто, походу. Угу. И чё? Сейчас фронт тогда. Открыл. Во-во-во. Может, какая-то чисто по порядку идет как-то или нет? Я не понимаю, куда мы лезем вообще, что надо делать. Может, right нажмешь или left, что-нибудь такое, или back, вообще хрен знает. Так смотри, я просто... нажимаю все кнопки, в принципе. Сейчас что-то происходит? Я просто по порядку кнопки. О! Что сейчас нажал? Left. После фронт идет left, хорошо. Значит, сейчас, по идее, должен быть right или back. Back давай. Ладно, right давай. Я упал сюда, я думал, сейчас это... Так, ну right, left, ты нажимал уже, не? Подожди, сейчас right. Нет. Back. Да. Так, после left back. Но сейчас, по идее, right должен быть, если по нашей логике. Боже, как. Что-то я вообще не понимаю. О, да, right, я сейчас фронт снова, фронт. Фронт, сейчас я дотянусь до фронта. Я ж пытаюсь не наступать. Да, все, закономерность, left теперь. Как ты понял закономерность? Ну просто по очереди все идет, left. Сейчас, подожди, я не дотягиваюсь. Ну? Нет. Блин. Походу твоя закономерность не работает. Ну она работала до какого-то времени, а right, интересно. Right. О, да, right получилось. А теперь back, по идее, должно быть. Back. Да. А теперь left. Слышь, ты давай без закономерности. Я реально не выкупаю, в чем закономерность. Да, все, получилось. Так, нажимай на кнопку. Ага! Привет! О, у меня открылся проход, понимаешь? Кстати, ты там можешь пробежаться, по идее. Ты можешь пробежаться же? Могу я перепрыгнуть, по идее, должен, но я не уверен, что это сейчас надо делать. Так, надо опять. А, все, сейчас ты, короче, сейчас должен ТП-шнуть. Так, оп. ТП. И поаккуратнее, беги, там беги. Я смотрел в дырку. Да, беги. Угу. Тут кнопка будет. Что, мне теперь паркурить? По идее, да. Только не зафейли, пожалуйста. Я мастер паркура, ты не забывай, с кем имеешь дело.
Так, и последний, отлично. И ты себе открыл... Да, теперь ты должен здесь пробежаться. Так, ты это понимаешь у тебя? Там разбегись и... Вот это самое сложное. Надо, помнишь, как тогда я распрыжку, распрыжка, бэйни-хоп, бэйни-хоп. Ой, я упал, ну посрать. Я думаю, это не важно. Давай-давай, я посмотрю. Да, отлично. А, теперь смотри, ты понимаешь, я теперь активирую рычаг. Слушай, не так и сложно, может, мы уже поняли, как это все работает? Мы просто прошаренный типэш. Тебе говорил, если мы полгода будем проходить карты на интеллект, мы просто поступим в любой вуз страны. Ты понимаешь, это уже 8 уровень, скоро будет конец, и у меня тут какая-то кнопка. А сразу здесь уровней, откуда ты знаешь? 10, по идее, должно быть. А, да? Так, ну что, я нажимаю на кнопку, я не... Офигеть, ты посмотри у меня наверх, что тут такое. А нажми на кнопку, что происходит. Я нажимал, ничего не понимаю, что происходит. Я пытаюсь тут паркурить, конечно, но я не знаю. Ты там летаешь, вообще летает, пацан. А, так, я куда-то пришел, и что? Что там? И тут, ну как бы, ничего. Вот здесь кнопка, но я до нее не достану просто-напросто. У меня просто тут все закрыто, я вообще ничего сделать не смогу. Тут у тебя то рычага, ничего нет, да? У меня, кстати, здесь будет испытание, где я должен буду пробежать что-то. По идее, тебе что-то нажать надо. Я тебе ради прикола могу сейчас тебе ТПшнуть, чтобы ты понял, что у меня здесь. Подожди, я пытаюсь, вот посмотри, у тебя что-нибудь активирует эта кнопка вообще? Что она делает? Вот я нажимаю без конца. Вот у меня ничего не происходит. А, или может подожди, я должен нажать и быстро туда добежать? Мне кажется, так и должно быть. Так, я бегу. У тебя на время что-то испытаний не было, хоть сейчас ты почувствуешь. Нет, нет! Была кнопка? Я не знаю, ну как бы ничего вроде не появилось. Их, ничего не понимаю. Что блин, окей, я попытаюсь, смотри, нажимаю еще раз. Нажал, бегу! Что происходит вообще, я не понимаю. Бегу, 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 бегу! Это не важно, что происходит, что-то должно произойти. Да! Нужна плита! Что она делает? Открылся проход, я бегу! Беги! Я, короче, самое главное не попасть на твои синие блоки. Так. По идее, мне надо что-то по скорости еще. Тут кнопочка, нажимаю кнопочку. Да, появилась дорожка! Я не успею добежать, я успею добежать, я успею. Я успел. Кнопка, еще одна. Что происходит? Не знаю, нажимаю на кнопку, пока дай. Ого. Есть что-то? Нет. Пляха-муха. Типа тебе какой-нибудь просто рычаг выдался, не? Нет. Вообще ничего не... Подожди, ну-ка, давай... Ты можешь мне обратно сбегать? Я могу сейчас к тебе тпшнуться? Ну, давай, тут, в принципе, свободно у меня. Так, вот ты видишь, да, кнопочку? А если я нажму на кнопочку, давай посмотришь, что происходит. Как тут высоко? Может, надо вместе нажать, типа? Вот у меня... Давай насчет... Давай. Раз, два, три. Я сейчас по твоим блокам назад бегу. Я вижу у тебя сверху какой-то проход, понимаешь? А ну ты пешни меня на мои блоки как-то, ну что, нормально было. Так, обратно сбегаю. Вот так, ты видишь, что там есть какой-то проход, да, наверху, типа, там еще и синие мои блоки есть. Подожди, вот он типа такая дорожка, да? Да, и... такая сверху дорожка и... А что вообще произошло, когда я пробежал? Я сейчас обратно вернусь, посмотрю, что там изменилось. По идее, что-то эта кнопка точно должна делать. Может, у меня что-то внизу она сделала? Может, реально чекнуть, что у меня внизу? А чё бы нет, реально, чё бы нет? Слышь, вот, тут открылся, вот, проход. А, ну все, все, беги, давай. Только я не понимаю, зачем. Что? Почему он раньше не был открыт? Чё-то я не совсем выкупил логику. Вот тут дальше твои блоки меняемся. Угу, давай так. А, ну да, все, мы по идее прошли. Да, сейчас там, мы сейчас по идее возьмем рычаг. Ой, так, давай, ты быстрее добежишь, что тут фига бежать. Ну да, мы экономим время, в принципе, это задуман. Так, так. Рычаг а есть? Где блок? Что, есть рычаг? Я должен допрыгать, у меня рычаг. А, ну все, давай мне его. Как? А, ну точнее, сейчас я допрыгаю. Так, сейчас, не переживай, это изи. Так, это теперь мне сюда. Ага, ага. Теперь сюда, и все, я тебя тпшу. И так, дорогие друзья, ключевой момент. Затято. Еее! Мы а, map completed. Я думал, это будет намного сложнее на самом деле. Ну, на самом деле, мы красавцы. Это да, я думал, что мы не пройдем даже трех уровней. Кстати, тут есть таймер, вот интересно, на сколько карта это рассчитано вообще времени? Попытайся пройти за 15 минут, офигеть. А, понятно, мы первую серию прошли за полчаса. Это сейчас еще где-то полчаса прошло. Ну, короче, мы почти вложились. Да, вложились. В общем, ребят, ну мы хотя бы выполнили вашу просьбу, мы допрошли эту карту, поэтому я думаю, что это заслуживает лайка и мне, и Игорю. Ссылка у меня будет в описании, обязательно. Не забывайте подписываться. Вот. В принципе, на этом можно закончить. Не забывайте подписываться на наш канал и, собственно, ставить нам лайк, комментировать, да? Мы читаем все комментарии, на самые интересные мы отвечаем, поэтому, ребятушки, пишите комментарии, ставьте лайки, видосов будет больше.
Всем удачи, всем пока. Пока.